Как получить землю многодетным семьям? Что делать, если в доме сгорел лифт, ремонт по плану только через несколько лет? В каких направлениях должна развиваться молодежная политика? Эти и другие вопросы обсудили на межмуниципальном форуме «Стратегия перемен» в Подольске. Вместе с подольчанами участниками форума стали представители Ленинского района – Домодедова и Лыткарина. Обсуждение конкретных вопросов, касающихся каждого, установление обратной связи с жителями области – вот то, что делает форум уникальным, уверены его организаторы. То, что сегодня прозвучало от председателей, от двух советов многоквартирных домов, что там представители фонда не всегда можно достучаться, фонда капитального ремонта, не всегда можно дозвониться, не всегда можно найти людей, которые ответственно должны ответить на те или иные вопросы. Мы это себе, конечно, тоже пометили. Пометили и поставили задачу сделать так, чтобы служащие фонда капитального строительства вышли на связь с гражданами. Это одно из решений форума. Критиковали работу фонда в основном жители Лыткарина. Представители Ленинского района интересовались стратегией перемен в земельном вопросе, особенностями предоставления участков многодетным семьям. Эта проблематика закроется только тогда, когда мы выдадим последний земельный участок многодетной семьи. И на сегодняшний день у нас 363 человека стоят в очереди. В общей сложности порядка 190-195 земельных участков мы в этом году имеем возможность предоставить. Ну а граждане имеют возможность отказаться. Особенно часто, по словам властей, люди отказывались от участков в Шатуре. Больше в этом районе земли очередникам предлагаться не будут. Форум «Стратегия перемен» организуется Общественной палатой Московской области. Он проходит регулярно в различных городах Подмосковья. Нынешняя стратегия – юбилейная. Встреча прошла в 40-й раз.